Всем привет! Ну вот незаметно подкрадывается 8 марта, хочется чего-то интересного для себя. Ну а что может пожелать себе в подарок тот, кто любит растения? Конечно же, орхидеи. И вот сегодня у меня появились две орхидеи в подарок к 8 марта. Орхидеи мультифлоры. Люблю мультифлоры, и я за последнее время всегда говорю о том, что заканчиваю стандартами, каскадниками, покупаю мультифлоры для того, чтобы удобно их было ставить на полочку. Сейчас я вам покажу красоту, что я получила в подарок сегодня. Орхидеи похожи на Red Lip. Давно хотела себе в этом исполнении, но только мультифлору. Очень нравятся белые, белоснежные лепестки и темные, ярко выраженные губа. Ну и вторая орхидея — это вот такая вот розовая красотка. Многие, наверное, знают, что я обожаю просто розовый цвет. Посмотрите, как красиво смотрится губа. И нижние петали тоже имеют краб. Здесь особо не видно, но я вам скажу, точно так и есть. Красивая орхидея. Очень нравится мне и та, и другая. Если белые орхидеи просто чудесно, то вот это вот вообще для меня как бальзам на душу. Покупались в Леруа. Если честно сказать, выбора практически нет. Привозят какую-то ерунду, но и цена там, конечно, 540 рублей у стандарта. Но у этих орхидей 600 рублей, без 2 рублей. Хорошие орхидеи, такие как, например, Офскинг, были по 3 с лишним тысячи в огромных горшках. Орхидеи стоят у меня еще в целлофане. Я не снимала. Покажу вот так через целлофан. Скажу, что одна орхидея просто не полита, с хорошими корнями. А вторая полита. Успели уже полить, но корни тоже есть. Что буду делать с этими орхидеями на данный момент? Единственное, что просмотрю, протру листья. Стряхну грунт, который высыпался при перевозке. Ну и посмотрю, может быть, что-то сухое отрежу. И сверху уберу грунт, как бы высыпая все мелкое. Ну и остальное засыплю сюда, более покрупнее грунт сверху. Еще купила вот такое вот удобрение именно для орхидей. Фертикой пользуюсь сухой, а здесь жидкое. Комплексное удобрение стимулирует и продлевает цветение. Интересно, так ли на самом деле? Но в любом случае удобрение есть удобрение, и какую-то долю полезности они несут растениям в любом случае. Тем более здесь написано, пользоваться нужно один раз в месяц. Я считаю, это прям самый наилучший вариант, когда редко пользуешься удобрениями. Ну вот и все, что я хотела сегодня вам показать. Вам говорю всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.